Беспокойное событие. Эпиграф. Событие, как субъект, есть беспокойство об объекте. Уайтхед. Событие, субъект, переживает нами. Событие, субъект, переживает нас и пережевывает. Он, оно, беспокоится о нас. Мы разбрелись, как овцы. А он, оно, пастух, заснувший на мосту, не к месту. Не беспокойся, не переживай. Не утони. Беспокойное событие. Не переживай.